Всем привет, с вами Прия. Вов, конечно, играть классно, я все понимаю, но нужно чуть-чуть от него отдохнуть. К тому же скоро 7.2.5, надо маленько расслабиться, чуточку отойти от фарма и с новыми силами как раз-таки вклиниться в этот новый поток фарма. Назовем его так. Все-таки 7.2.5 скоро, гробница скоро. Итак, завтра это какое у нас число, ну-ка давайте глянем. 9 июня, в пятницу, анонсируем такую вещь интересную, которую мне сегодня анонсировали и предложили сделать, мол, типа, давай вот поучаствуешь с нами и на стриме это, может, сделаешь. Я говорю, да не вопрос, можно. В общем, мы будем играть во всякие браузерные игры, типа Мафии, типа Монополии и, как он, Тривиадора. Я такого вообще ни разу не слышал на самом деле. Ну, что-то погуглил. Ну, такая интересная вещица на самом деле. Стримлер тупой, понимаете? Стремер от слова стрёмный. Суть-то в чем? 9 июня в 15 МСК. Или, может, в 14.30 МСК. Приходите. Будем делать все вот эти вещи. Мафию я играл какое-то время, было дело. Монополию. Ну, там смотря как она будет устроена. А вот этот Тривиадор, короче, сложное слово, не могу его выговорить. Дикция слишком плохая на самом деле. Вот его надо изучать. Будет именно прямо на стриме. Вот. Будет классно. Будет море смеха, радости, счастья. Будет классно. А кто будет? Суши Скал будет, Макс Даник вообще предложил эту тему, он, кстати, ее создатель. Ну а далее все увидите. Вот, может, будут специальные какие-то интересные люди. Можем взять вас, сабов, как вариант. Те, кто подписан на меня. Модераторов можем взять. Приходите, будет классно, надеюсь. А иначе быть не может. До скорого. Всех вам благ, счастья, здоровья, легендарок побольше. Они вам пригодятся. Да-да.